сюжете 9 и 10 серий, выход которых ожидается 13 декабря, мы увидим, что Елена начинает постепенно меняться, и это может привести к серьезным последствиям. Все, что с ней происходит, сполна почувствовали ее близкие и родные. Но больше всего эти изменения в поведении Елены замечает ее сестра Рита, которая испортила жизнь не только всей семье, но и Ксении. Рита настолько закопалась в ворох своих проблем и мести, что даже непонятно, будет ли она жалеть о том, что отдала свою родную дочь в эскорт. В данный момент она на все готова ради денег и своего личного благополучия, даже не задумываясь о последствиях. Рита настолько прогнила внутри, что бросила свою маленькую дочь еще в роддоме, а теперь, ко всему прочему, пытается испортить ей жизнь. Настанет момент, когда Ксения узнает, кто ее родная мать. И от этого потрясения девушка наполнится страхом, разочарованием и нестерпимой болью. Ведь узнать, что мать так поступила со своим ребенком, будет невыносимо больно. В то же время Агапов пытается сделать все возможное, чтобы хоть как-то помочь Ксении. Но в данный момент Ксения не может полностью и целиком доверять этому человеку. Его поступки, а также прошлые переживания и обиды Ксюши не позволяют ей этого сделать. Но рано или поздно это случится, и ей придется ему довериться. Водоворот событий, эмоций и судеб постепенно закручивается и доходит до своей точки невозврата, после чего уже ничто не станет прежним. Ко всему прочему, Михаил также ввязывается в конфликт. Постепенно начинают вываливаться наружу скелеты из шкафа. И после всех этих событий всем придется ответить за то, что они совершили. Также мы увидим, что узнает Елена после слежки за Егором, и также станет известно, подставит ли он Елену. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.